Участников протеста в Единцах во время визита Майи Санду привезли на организованном специально для этого транспорте. Об этом заявил мэр города и опубликовал фото микроавтобуса, на котором предположительно прибыли манифестанты. В пресс-службе администрации президента, между тем, отметили, что по имеющимся у них данным, протестующие были не местные, а из Бельц. Нескольких молодых людей тамошние журналисты даже идентифицировали как представителей молодежной организации ПСРМ из северной столицы страны. По словам мэра Единиц, устроивший накануне протест под окнами Дома культуры, куда с рабочим визитом прибыла президент Майя Санду, на самом деле являются членами молодежного крыла партии социалистов. Более того, по словам Кажакару, молодежь привезли туда организованно, чтобы инсценировать акцию протеста. А микроавтобусы запечатлели неподалеку. Затем фотография с регистрационными номерами транспорта появилась в соцсетях. Это группа молодых людей. Их доставили организованно на микроавтобусе. Они приехали из Бельц. На некоторые вопросы не хотели отвечать, кто они и зачем явились. Я считаю, что это все организовали социалисты, некоторые структуры формирования из Единиц. Как сообщали средства массовой информации, молодые люди и раньше попадались в объективы видеокамер во время различных мероприятий, организованных социалистами. Накануне с несколькими участниками протеста в Единцах попытались побеседовать местные журналисты, но отвечать на вопросы митингующие не стали и были агрессивно настроены. Я буду говорить с тобой на «ты» и буду говорить со всеми на «ты». И также с президентом буду говорить на «ты». Вы продажные СМИ. Мы знаем прекрасно. Пресс-секретарь партии социалистов не ответила на наш звонок для комментария. Глава пресс-службы президентуры накануне заявила, что акция протеста на севере страны – ничто иное, как попытка сорвать визит главы государства.